Иаков жил в чужом краю. Он 20 лет назад бежал, спасая жизнь свою. Обманом младший брат благословение у отца решился получить. Исав, узнав про хитреца, хотел его убить. Яков осознал вину. Шли годы чередой. Он захотел в свою страну вернуться всей семьей. Навстречу выступил Исав. Он вел большой отряд, от соглядатаев узнав, что близко младший брат. Иаков Господа молил: «О, не оставь меня! Господь, ты мне благоволил, в изгнании храня. Потомство, как песок морской, умножить обещал. Хочу я в край вернуться свой, как ты мне завещал. Боюсь я брата моего, ты от его руки и гнева сильного его меня обереги. Как милость брата обрести?» Иаков думать стал. И вот, пока он был в пути, дары ему послал. Увидит коз он и коров, богатые стада, овец, верблюдец и волов, простит меня тогда. За мужем следом жены шли, и Лия, и Рахиль. Своих детей они вели, от ног летела пыль. И увидали, что идет Исав и слуги с ним. Иаков выступил вперед пред братом, пред своим, и положил земной поклон. Но подбежал Исав, и, плача, брата обнял он, к груди его прижав. «О, брат, не нужно мне даров, оставь свое себе. С тобою вместе я готов жить на родной земле. Прекрасно братьям вместе быть, друг другу все прощать. Лишь так возможно сохранить Господню благодать».